А там еще какие-то собаки постоят. И огромное ружье. Какая красота. Слышал? Есть такое отопление, паровой, как это называется, короче. Отапливает клуб, школу. Не, школу, конечно, не отапливает, но клуб, короче, отапливает. Детская площадка. Школа тоже такая штука есть. Красота, сюда надо грустную музыку поставить, такую трагическую. Ну вот за этим домом культур, там у них детская площадка современная. Вот это деревня. Ну это уже как бы средний поселок Богданский, но все равно, ну и тоже. Детская площадка в деревне. Пускай они понюхают друг друга и отстанут. Там кого-то. Детский садик такой у них современный. Че,
чебурашка или мартышка, не помню. Чебурашка вроде называется. Такие тут у них. А вот тут бывший ФАП. Старый его перенесли. Вот. Современный детский садик. Трава у них специальная, не помню, как она называется. Тротуарная. Пожалуйста. Современный детский садик. Чебурашка. Тут написано. А я запутал. Мартышка, чебурашка, оказывается. Чебурашка. Чебурашка. Шишки валяются.